Привет, дорогие мои везунчики! Всем легких петелек, отличного зимнего настроения, но не за горами праздники. И давайте с вами свяжем нечто нарядное, ажурное, очень приятное к телу. Короче, джемпер от Cucinelli. Разберем узор, свяжем с вами такой простой джемпер. И большое значение я придаю всегда выбору пряжи. Я вам посоветую красивый-красивый вариант с легким блеском. Расскажу, какие еще могут быть варианты. Сегодняшний мастер-класс по узору. Узор ажурный, простой, даже новичок справится. И к новогодним праздникам мы с вами будем самые нарядные. Своей модели я не буду вязать такие широкие рукава. Резиночки немножко будет другое прочтение. Выбор пряжи. Я очень-очень люблю лен с вискозой Soft Linen Mix Color. Это вариант демисезонной пряжи, летней пряжи и, конечно же, зимней. И смешала я с бобинной новинкой. Очень-очень красивой. Все это уже у меня в магазине выставлено, естественно. Проходите и смотрите. Это вискоза с полиамидом и с очень красивыми маленькими букле с нежным блеском. Буклешечки из люрекса. И не из люрекса. Мой оттенок серо-золотистый. 12777. Вот так он выглядит. Сероватый. И идеально сочетается с пряжей. Посмотрите, Soft Linen Mix. Мы с вами вязали уже несколько изделий из этой пряжи. И вариация Color, она с легким-легким меланжевым подтекстом. Но он такой невесомый. Как красиво выглядит этот узор в песочном оттенке. Какой-то еще узор с вами вязали из этого цвета. У меня цвет 80-й. И здесь благородные песочные переливы, переходы. Однотонные цвета просто Soft Linen Mix называется от Шахенмайер. И вариация цветная это меланжи, но меланжи чуть-чуть еле заметные. Скомбинировала я эти две ниточки. И получается изысканно. Мягкое свечение, чуть-чуть. Видите, здесь нить люрексом обкручена, она очень тоненькая. И маленькие букле. Супер изысканно. Покажу вам другие цвета. Можно вязать, например, нежно-розовый и добавить розовый оттенок. Чуть-чуть розоватый. Красивый сизый, фиолетово-голубой. В общем, проходите в магазин, смотрите, много-много красоты. Ой, как мне нравится черный. Я эту пряжу, конечно, из нее можно вязать в две нити, в одну нить, крючком, спицами, как самостоятельно, так и добавлять. Как добавку я прежде всего бобинную пряжу Lucky Star в бочной пряже. Самый красивый, струящийся, дорогой эффект именно этот лен от Шахенмайер с вискозой. Супер комфортный к телу, и он очень мягкий. Не экономный расход. Здесь 80, по-моему, метров в 50 граммах. Вот посмотрите, табличка с расходом средним на изделие. Стирать при 30 градусах. Но эффект визуальный, который создает эта пряжа, он неповторим. И на голое тело очень приятно носить. Мягкое-мягкое и нежное. Ничто у нас не потеряет форму. Есть процент синтетики, мы добавили ниточку тоже с синтетикой, вискозку, поэтому идеально мы добиваемся такого же кутюрного эффекта с вами. Если вы хотите больше блеска, вы можете добавить крошечные пайетки Палетти Светлана Гата, тоже у меня есть в магазине. Конечно же, New Glitter, это более выраженный тоненький люрекс с очень экономичным расходом. И еще один вариант, даже два, которые я могу вам посоветовать, это Angora Soft, великолепная ангора, она тоже есть у меня в магазине, новинка от Feel Italy Lab. Этот узор с ангорой и, например, с такой пряжей, как Lucky Star, или с пайетками, или с люрексом будет выглядеть по-зимнему роскошно. Да, Angora Soft, пушистенькая, из мохера, можно градиент, поэма мохер, майра. И тоненькие пайетки, да, я вам советую. Палетис. Я очень люблю темно-синий цвет. И New Glitter. На всякий случай вам покажу, как вариант. Очень тоненький шнурковый глиттер.
экономичный, вам на джемпер хватит 2-3 клубочков, потому что здесь метраж у нас 300 метров на 25 грамм. Обратите внимание, супер вещица. Приступаем к разбору узора. Итак, раппорт составляет 7 петель. Повторяем мы 4 ряда. Высоту набираем столько раз по 7, сколько нам необходимо дорожек. Здесь большие дырочки. Достаточно маленькая, красивая, ветвистая путанка между ажурными частями. В общем, одни преимущества. Я наберу 3 раза по 7 плюс 2 кромочки. Смотрите на сочетание нитей. Вот такое. В джемпере сначала будет связана планка. Планочку придумаем попозже. Именно этим узором, насколько я могла заметить, связан джемпер оригинальный. Спицы номер 4. Для вязания образца я настолько влюбилась в Ади Клик Новел, что даже чулочные спицы у меня теперь тоже Новел. Вот так. Если мы вяжем без планки, то первый ряд изнаночный, установочный, красивый ажурный край у нас получается мягкими волнами. И нам стоит провязать первый ряд лицевыми. Весь ряд вяжем лицевыми. Либо, если вы хотите сразу начать узор, тогда набирайте методом от клубка без хвоста. Тогда вы выходите на первый ряд лицевой. У меня здесь набран ряд лицевых по изнаночной стороне и красивый край изнаночной, чтобы не закручивалось вязание, получается. Так, вяжем установочный ряд. Либо набираем от клубка без хвоста методом, либо планочка. Провязываем кромочную изнаночной. Первый ряд. Узор будет образовываться в нечетных рядах, в первом и третьем, а второй и четвертый ряды мы будем вязать просто изнаночными по изнаночной стороне. Первый ряд. Снимаю кромочную. Лицевая. За переднюю стенку, накид справа, одна лицевая. Далее мы провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Для этого я перевешиваю вот так 2 петли и провязываю 2 вместе с наклоном влево. Далее 2 вместе с наклоном вправо. Перевешиваем, провязываем 2 вместе с наклоном вправо, 1 лицевая, накид. Повторяем раппорт. 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо. Одна лицевая, накид и третий раппорт. Точно так же, одна лицевая, накид, одна лицевая, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо, 1 лицевая, перед кромочной важный момент накид и изнаночная кромочная. Первый ряд провязан, второй ряд изнаночный, весь вяжем изнаночными. Накиды вяжем изнаночными.
И все петельки тоже изнаночные. Третий ряд, по сути, мы будем вязать как первый, только со смещением. Снимаю кромочную петлю и провязываю накид, после кромочной, лицевая. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо. Одна лицевая, накид, одна лицевая. И повторяем раппорт. Накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая. И третий раз. Накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид. И заканчиваем третий ряд. После накида 1 лицевой, кромочная. Так, провязываем третий ряд, четвертый ряд, все петли изнаночные. И сами петельки, и накиды мы провязываем изнаночные. Вот и все, теперь нам остается повторять с первого по четвертый ряд. При вязании этого роскошного узора по кругу мы с вами вяжем лицевые ряды точно так же, как я вам показала, первый и третий. А все ряды изнаночные, тоже они у нас лицевые при вязании по кругу, это второй и четвертый. И мы вяжем их лицевыми, провязываем и накиды лицевыми, и все петли лицевыми. Я думаю, вам оказался полезен мой мастер-класс, а также небольшой ликбез по подбору идеальной пряжи для такого нарядного джемпера. Еще раз повторю, лен с вискозой, мохер, ангора. Ну и потом, конечно, классическая мериносовая пряжа. Это уже само собой. Вяжите палантины, кардиганы таким узором. И, конечно, джемпер, как у Кучинелли. При первом заказе я сейчас дарю 3 клубка Белсаиды Макси. Прекрасный подарок. Все акции суммируются и скидка на Нитпро. И, конечно же, подарок при первом заказе. При покупке любых 5 украшений вы получаете упаковку хлопка от Veltus, итальянского любого. Выбирайте линейку и цвет и пишите в комментариях к заказу. Обратите внимание на необыкновенные новинки. Это шармы Натали Мастерс, серебряные. Очень-очень красивые, скоро будет обзор, они уже выставлены. Я думаю, у всех есть браслеты. И посмотрите, какие шармики. Я покажу вам скоро вживую в подробном обзоре. Так что пользуйтесь этой возможностью тоже. Доставка по России от 10 тысяч рублей бесплатно, а так мы доставляем по всему миру без исключений. Если вы в Крыму, только оттуда есть проблемы с заходом на сайт, пользуйтесь сервисом VPN. И если вы где-либо живете на земном шаре, то вам ничто не мешает сделать заказ в моем интернет-магазине. Отправляем мы быстро со склада в Москве. Все, проговорила я свою рекламную скороговорку. Пока-пока, до завтра, дорогие мои.